Здравствуйте, мои дорогие, желанные, любимые, страстные, необыкновенные. Я безумно счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения. И сегодня я сделаю расклад на тему «Его истинные чувства к вам». Для того, чтобы конкретно ваша пара пришла ко мне на расклад, называйте имя вашего мужчины, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Расклад общий, не со всеми срезонирует. За личными раскладами обращайтесь ко мне в личное сообщение. Ну что же, давайте посмотрим его истинные чувства к вам. Я люблю тебя. Я влюбленный. Он говорит, я просто умираю без тебя. Мне нужно с тобой поговорить. У тебя есть ключ от моего сердца. Причем не просто от сердца, а от моих мыслей. Вы действительно ему говорили те слова, те фразы, которые у него были в голове, и которые он никому не говорил, которые уже у него на протяжении длительного времени по кругу он и себе их продумывал, и вы ему их озвучили. Понимаете, какую информацию он говорит? Не просто чувство. Он говорит, да ты знаешь, что я думаю. Я хочу двигаться к тебе. Ты дала мне... стимул к развитию, ты мне дала стимул к изучению новых наук, новой информации. И именно после встречи с тобой я стала это делать, я стала в жизни двигаться, я стала развиваться. То есть тут он не просто чувства рассказывает, он рассказывает, что после встречи с вами он реально стал развиваться в жизни, он реально стал изучать какую-то особую информацию, он стал двигаться вперед. И он говорит, что мне тяжело без тебя, я закрыт, у меня на сердце всегда зима без тебя, мне плохо, я закрываюсь от других людей, я холоден к ним, потому что в сердце у меня живет любовь к тебе. Для активации пишите «принимаю, благодарю», не забудьте подписаться и поставить лайк для энергообмена. С вами была Евгения, пока-пока.